Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя», друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, как же правильно встретить новый 2024 год, чтобы в следующем году у вас было и изобилие, достаток, благополучие, счастье, здоровье, и мир, гармония и все то, что вы мечтаете и желаете. Поэтому нужно понимать и знать, в каких цветах нельзя быть на Новый год. А также поговорим о том, о новогодних игрушках. Как не стоит украшать новогоднюю красавицу, чтобы не привлечь беды, неприятности и проблемы в свою жизнь. Обращаем ваше внимание, что следующий 2024 год у нас пройдет под знаком, под символом зеленого деревянного дракона. И обращаем ваше внимание, что именно такой вот год бывает, вот именно зеленый деревянный дракон один раз в 60 лет. Поэтому сейчас нам с вами уже нужно сейчас заложить правильный фундамент для встречи нового 2024 года. Обращаем ваше внимание, что 2024 год нас будет очень сильно удивлять и в хорошем смысле, и в плохом смысле. И те события, которые будут происходить в 2024 году, для некоторых людей это станет действительно тяжелым испытанием, а для кого-то это пройдет вот очень легко и просто. Поэтому ваша задача уже прямо сейчас готовиться и встречать новый 2024 год. И ни в коем случае не зацикливаться на каких-то проблемах, ситуациях, которые есть в вашей жизни, потому что это рано или поздно пройдет, закончится. А вы сами знаете, что время бежит, время щелкает, и очень важно вот каждый день, каждую минуту стараться уделять внимание себе, любить себя, дарить себе подарки, также не забывать о своих родных и близких. Очень важно, чтобы именно в эту новогоднюю ночь при встрече 2024 года обязательно в вашем кругу были только ваши самые родные, близкие люди, которые вас всегда поддержат в тяжелую минуту, которые с вами будут на протяжении всего 2024 года, вне зависимости, кто вы и чем вы занимаетесь. Это очень важно понимать и осознавать. Вообще дракон — это мудрое животное, и знаете, оно очень терпеливое, и оно многим людям действительно принесет большие перемены. И очень важно, чтобы вы правильно осознавали и понимали, как же вам нужно встретить новый 2024 год. Итак, как же, давайте поговорим о том, как же правильно украсить дом, украсить елку, чтобы действительно следующий год для вас был таким вот дружелюбным, прибыльным, самодостаточным. Также обращаем ваше внимание, многие сейчас скажут о том, ой, символ дракона вступит в по китайскому гороскопу только аж в феврале. А что мы сейчас с вами встречаем? Вы должны понимать то, что мы с вами встречаем новый 2024 год. И для нас важно это встретить уже сейчас правильно. Кто-то желает провести его и в феврале, вообще прекрасно и замечательно. Вы должны понимать, что вы должны в своей жизни нести радость, любовь, изобилие и стараться всеми своими силами и возможностями, эмоциями делать так, чтобы в вашей жизни были только положительные эмоции, моменты, потому что это все заряжает ваше состояние внутреннее и вашу вселенную. Итак, обращаем ваше внимание, ни в коем случае при встрече нового 2024 года не должно быть что-либо матового. Почему? Потому что любая вот такая вот поверхность матового цвета, она, к сожалению, притягивает негативную энергию. Поэтому очень важно, чтобы на вашем новогоднем столе, также на вашей елке, в декоре не должно быть использовано ничего матового. Кроме того, не используйте цвета матовые именно в темном цвете, потому что они, наоборот, будут приумножать отрицательную энергетику. А это может привести к всевозможным конфликтам, к неурядицам и к непониманию. Поэтому уберите все матовые игрушки, что-либо в декоре, куда подальше, до следующего 2025 года.
Далее, вы должны понимать и то, что у вас все должно быть новое, яркое, красивое. Если у вас есть, например, та же гирлянда, которая имеет какие-то дефекты, где-то поцарапана, где-то зажата и так далее, скотчем перемотана, избавляйтесь от таких гирлянд. Почему? Многие подумают, что гирлянда – это пожароопасно, но вы должны понимать, что в первую очередь любые предметы, которые нас окружают, вещи – это энергии. Поэтому постарайтесь все сломанное в виде декора, в виде чего-либо убирать из своей жизни, из своего дома. Да, возможно, особенно есть красивые гирлянды, которые остались у вас с советского времени, с какими-то интересными игрушками, с интересными гирляндами, но подумайте о том, что вы таким образом якорите вот эту энергетику прошлого. Нужна ли она вам? Лучше расставайтесь. И при этом это нужно делать без сожалений, с радостью. Наоборот, старайтесь принимать в свою жизнь все только новое и прекрасное. Далее, друзья, используйте правильные цвета в декоре при украшении елки. Почему? Дело в том, что вы должны понимать, что какие цвета подойдут вам при украшении, а какие нет. При этом вы этими цветами можете украшать и саму елку, и это должны быть этого цвета елочные игрушки, а также вы должны понимать и осознавать, что вы встречаете следующий новый 2024 год, который может кардинально изменить и привнести изменения в вашу жизнь. При этом самый такой, вы знаете, неподходящий, возможно, или наоборот, тот момент, когда вы этого будете не ожидать. Итак, друзья, какие же цвета вам все-таки нужно выбрать для того, чтобы украсить именно елку в декоре, а также на вашем праздничном столе? Итак, это должен быть красный цвет, это должен быть золотистый цвет, это должен быть зеленый цвет, желтый должен быть, светло-фиолетовый цвет и металлик. От других цветов мы рекомендуем вам все-таки отказаться, чтобы не разозлить символ наступающего года, а также обращаем ваше внимание, особенно тех людей, которые любят синий цвет. Дракон не любит этот цвет, и все-таки его не стоит использовать при встрече нового 2024 года, а также не старайтесь использовать и на протяжении всего 2024 года. Также перед тем, как вы будете вешать игрушки, новогодние игрушки на елку, обязательно пересмотрите каждый игрушку. Почему? Здесь очень важно будут детали. Недаром говорят о том, что дьявол кроется в деталях. И вот здесь при встрече нового 2024 года на это очень важно и понимать и осознавать. Потому что если у вас на игрушках будут трещины, то вы должны понимать и то, что деньги из вашего дома, из вашей жизни будут утекать прямо рекой. То есть у вас, даже если вы будете хорошо их зарабатывать на протяжении следующего года, то время от времени у вас будут постоянно возникать какие-то проблемы, какие-то ситуации, которые будут создавать вам определенные ситуации, и деньги у вас будут просто-навсего уходить. Поэтому очень важно, перед тем, как вы будете вешать елочные игрушки, пересмотрите каждую, даже если это ваши самые любимые. Также не стоит рассматривать те игрушки, которые когда-либо были склеены. Да, очень хочется, особенно если есть какие-то игрушки, которые несут вам какие-то воспоминания детства, вашей юности, но вы должны понимать и то, что склеенные игрушки это то же самое, что как склеенная жизнь, которая рано или поздно все равно разлетится, рассыпется. И кроме того, склеенные игрушки еще и будут уничтожать вот это благополучие, достаток, знаете, оно как будет магнит тянуть в свою сторону. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Это очень важно, потому что многие люди думают, ну и что, ну повешу я игрушку, а что здесь такого? Вы должны понимать и то, что вы таким образом разрушаете энергетику своего
своего дома. Да, это мелочь, но все зависит от тех или иных деталей. Теперь давайте поговорим о том, в каких цветах нельзя быть на Новый год, а в каких, наоборот, вам нужно постараться, чтобы у вас были и вещи, и аксессуары, потому что это привлечет вашу жизнь действительно в следующем 2024 году все самое лучшее. Итак, запомните, что дракон, к сожалению или к счастью, не любит все цвета, и выбранный неправильно новогодний образ, к сожалению, может принести беду, при этом может принести в тот момент, когда вы больше всего этого будете не ожидать. Давайте начнем с коричневого цвета. Ни в коем случае у вас коричневого цвета ничего не должно быть. Ни туфлей, ни каких-либо аксессуаров, ни новогоднего платья. И вообще на протяжении всего 2024 года не стоит носить что-либо коричневое. При этом обращаю ваше внимание, что зеленый деревянный, да, дракон 2024 года. И многие думают о том, что не, наоборот, можно. Но вы должны понимать о том, что все, что касается именно в смысле дракона, он коричневый цвет не приемлет. То есть это его коричневый цвет, и вы не должны в таком случае ничего надевать из коричневого цвета. Далее, синий. Мы уже говорили в начале видео, что ни в коем случае синий вы не должны использовать при встрече нового 2024 года. И синий, хотя многие знают, что да, синий приносит гармонию и является даже одним из сильных по своей энергетике цветов, но именно зеленому деревянному дракону это не подойдет. Поэтому все, что связано с синим цветом, мы с вами также убираем при встрече. Также старайтесь не использовать и белый цвет, хотя многие считают, что белый цвет это чистый цвет, это невинность, это мягкость, да, это светлый, чистота, но, к сожалению, именно при встрече 2024 года нельзя использовать оттенки белого цвета. И лучше вообще наряды убрать из своего арсенала, чтобы не разозлить и не привлечь какие-либо неприятности, беды и проблемы. Далее, желтый. К сожалению, смотрите, есть желтый, а есть золотой цвет. Это все-таки две большие разницы. Пожалуйста, обращайте на это внимание. И именно желтый цвет на Новый год надевать нельзя. И считается, что те, кто оденут и нарушат правила, к сожалению, в 2024 году постоянно будут иметь проблемы и с деньгами, и со своим здоровьем, и постоянно будут выбирать не те правила в своей жизни, будут идти не по тому пути. Поэтому, чтобы такого не было, все-таки не стоит надевать желтый цвет при встрече нового 2024 года. Теперь давайте посмотрим и проговорим с вами, а в чем же тогда встречать Новый год, какой же цвет наряда выбрать. При этом обращаем ваше внимание, озвучивая далее цвета, вы должны понимать и то, что вы не обязаны именно все надеть в желтых там, да, или надеть каких-то определенных. Даже у вас маленький, может быть, аксессуар. Нет у вас в таком цвете одежды. Ниточку завяжите. Вот просто возьмите, завяжите ниточку. Купите себе резиночку для волос. Возможно, вы подберете себе что-то интересное. И это уже привлечет в вашу жизнь все то самое важное, лучшее и нужное. Итак, давайте начнем с первого цвета. Именно золотой цвет, золотистый цвет. Мы еще раз акцентируем ваше внимание, что есть понятие золотой цвет, а есть понятие желтый цвет. Мы говорим именно золотом цвете. Именно золотой цвет, используя, если вы при встрече нового 2024 года, вы тем самым показываете, что вы привлекаете и изобилие, и достаток, и благополучие в свою жизнь. Далее используйте и зеленый цвет. Но помните о том, что зеленый цвет должен быть именно натуральный, который есть в природе, а не использовать разные его оттенки. Помните об этом. Также используйте и красный цвет. Все-таки дракон очень любит красный цвет. И вы знаете, используя красный цвет при встрече Нового года, вы будете активировать именно денежную энергию в свою жизнь. Далее используйте
используйте светло-фиолетовый. Именно светло-фиолетовый цвет, не темно-фиолетовый. Обращаем на это ваше особое внимание. Также, конечно же, вы можете использовать и черные цвета. Лучше, конечно, эти все цвета миксовать при встрече нового 2024 года и уже в самом 2024 году. Пересмотрите свои вещи уже сейчас и привнесите изменения. И тогда действительно дракон вам подарит вот те изменения, которые помогут вам в жизни. И, конечно же, слушайте свою интуицию. Она вам очень многого подскажет в следующем 2024 году. Друзья, с вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это поможет при встрече нового 2024 года. Прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.